Решил заранее подготовиться к замене лампочек в фонарях для освещения номера. Необходимо открутить два самореза. Здесь вот и вот здесь вот. Проблема в том, что данные саморезы, что на одном, что на втором плафоне, полностью соржавели. Будем саморезы высверливать. Сначала пройдемся пятерочкой, но потом восьмерочкой. Один саморез я уже высверлил. Здесь можно посмотреть. Он там, кусочек от него остался. Второй саморез еще в процессе. Даже приходится портить немножко плафон. Поэтому я заранее перестраховался. Купил новый комплект. Вот их артикул. Вот, собственно, сами плафоны. Идет к ним проводка. Сзади у них маркировка идет левый, а на этом правый. Лампочки сразу там установлены. Отворачиваем два самореза. И здесь штифты, которые в каждом пистоне, мы проталкиваем до впора вперед. Еще два, которые у нас крепятся здесь. Достаем саму панель. Теперь у нас там имеется две белые. Аккуратненько тоже. Вот таким образом. Панель сняли и добрались до наших механизмов. Откручиваем 4 винта. Откручиваем раз болт, три болта. Вынимаем клемму, которая у нас держит. Откручиваем две гайки, эту и эту. Снимаем с болтов замок наш. Планку мы сняли. Состояние саморезов и пластин, в которые вкручиваются, абсолютно ржавое. Достаем заглушку. Осталось отключить внутри клемму. Соединяем клемму. Теперь можно спокойно доставать. Держатель мы весь достали. Взяли лампочки из плафонов и саму электропроводку. С помощью плоскогубцев мы винты, которые у нас заржавели, все крутили по часовой стрелке. Здесь пальцами спокойно можно их довыкручивать. Снимаем старые пёжные пластины. Купил специально взамен 4 держателя не на саморез, а на винт. Резьба здесь идет М5. Держатель имеет ширину 15,6 мм, высота его 12,5 и до центра, если смотреть, 8 мм. Ну вот, закрепили новые скобы. Каждое нужно проверить, чтобы проходил винт. Вставляем плафоны. Предварительно лампочки из него изъяли. Правый. Это у нас левый. Сейчас ввинчиваем винты. Сейчас вставляем лампочки, плафоны. Единственное, что нюанс, что у нас вправо плафон идти должен более длинный провод, а в левый плафон
короткий. Руками не очень удобно это делать, подлазить. Сейчас прокладываем провод. Обводим вокруг сердцевины замка нашу проводку. Заводим назад штекер, вставляем заглушку, устанавливаем клемму обратно. Яйца вот в такие вот втулочки, прессовываемые на М4, для того, чтобы здесь не париться с саморезами, потому что саморез закручиваешь, потом начинает прокручиваться. Вдавил, не вынимая пластик, вот такую втулочку. Сам процесс. Сейчас проверяем. Так, еще раз проверяем, чтобы у нас провод был обложен вокруг сердцевины. Вставляем затон. Видим наши втулочки. Одеваем наш замок на два болта. Оживляем гайки. Заводим назад пластину, защелкиваем назад фиксатор, закрепляем здесь назад на болт, крутили назад наши винты, 2, 3 и 4, затянули болты, этот болт и этот болт. Так, проверяем работу лампочек. Одели назад обшивку задней двери и зафиксировали назад на пистоны. Последняя стадия установки – это завинчивание винтов.